Это на 6-м этаже, лифт за вами. Спасибо, спасибо. Хорошо, давайте. Валерия, пожалуйста, подготовьте все отчеты. Прошу, спасибо. Девчонки, смотрите, какое! Здрасте. Здравствуйте. Вам кого? Мне нужна Екатерина Баркова. Баркова, сейчас, секундочку, подождите. Премьер медиа слушает. Да. А, секунду. Римка, тебе звонят. Возьми трубку. Что такое? Да. Так это вы? Да. Вы живете с Олегом Петровичем? Да. Подожди. Так, дорогуша, слушай, как там наша сметка? А что такое? Я просто хотела познакомиться. Я Ирина. С его женой и Лидией я уже успела познакомиться, так что остались только вы. С какой Лидией? Ну, с той, с которой он живет на Гоголевской. Ой. Да вы не волнуйтесь так. Пожалуйста. Я не ревную. Это вот вам. Я уверена, мы с вами подружимся. Угу. Что, он отказался жениться или что? Объясни хоть что-нибудь. Нет, он обещал на мне жениться, когда дочери будет 18 лет, чтобы не травмировать ее психику. Ну? Ну? Ей уже 18. Ну? И я ей 18, и она уже на 8-м месяце беременности. Кто, дочка, что ли? Ира. Нельзя! Ира. Видел, ко мне сегодня девчонка приходила беременная. Да? Короче говоря, она только называется Олег Петрович. Только не 6 лет, как я, 1 год, и уже беременная. Так, подожди, поподробнее. Кроме меня, так. У него такие, как я, еще 2. Да ну. Это 18-летняя Ира и еще 25-летняя Лидия. И жена 40-летняя. Тихо. Тихо. Дура! Милая. Тихо. Ну-ка наклонись, я тебя умою. Наклонись хорошенько так. Холодной водичкой так вот. Раз. Вот так. Оп. Смотри. Все. 6 лет. Что я маме скажу? Тихо. Все. Надо же такое, а. Бабник. Многоженец. Да еще и целый зоопарк развел. Киски, рыбки. Козел. Киски, рыбки. Я как замученный кролик из плейбоя. Что мне делать? Послушай. Матерь, ты что я скажу? Она меня убьет. Может, ты пойдешь домой? Пойди. Настоящий друг. Спасибо. А куда я пойду-то? Мне же $100 за квартиру платить. Чего? Ну ты даешь, а? Ты 6 лет ждала, а неделю подождать не могла? Да я не подумала же об этом. А о чем ты вообще думала? Ты хоть раз слышала, что мужик обещал развестись, когда вырастут дети, и развелся? Ладно, пойду. Ладно. Пока. Давай. Ты, главное, не дрейфь. 30 – это еще не 40. Такое. О, Катечка, моя девочка. Смотри,
Заперто изнутри. Не работает, что ли? Может, мне постучать? И желательно по голове. Я же предупреждала, чтобы дома был. Так стучать или нет? Стучите. Здрасте. А может, случилось чего, а? Ну, приступ от чего-то. Да, умер от приступа совести. А может, от соседей через балкон перелезть? Мне? Третий этаж. А как зовут? Катя. Да нет, его. А, Ромка. Сейчас. Рома! Да тихо! Рома! Да нет, чего ты кричишь? Рома! Глухо. Все. Спасибо вам огромное. Так, за переноску я в грузчики не нанимался. Мы же с вами так договаривались. Идите. Идите, идите. Вот только и все. Не, ну... Идите, идите же. Да что идите? Я вещи носил, носил. Ковер тягал, тягал. Что значит идите? Вы же видите, она сомлела. Вот так всю жизнь, чтобы я когда-нибудь, еще кому-нибудь в этой жизни помог. О, ну народ пошел, а? Ничего без денег не делается, только за деньги, а? Катюш, Катюша, может, у меня переждешь? Нет, я тут подожду. А? Тут подожду. Ну что ж тут, тут-то грязь такая, а? Посмотри. Ну народ пошел, плюет, гадит. Мне нужно Ромку не пропустить. Ты вернулась, да? У меня ремонт. А, да, это ужас, пожар. Ремонт, ремонт, не дай бог кому-нибудь. Ремонт, это, я тебе тут скажу, вот, я тут в ЖЭК написала, я тебе сейчас прочту, а ты оцени. Ну, что сосед? Идешь домой? Небось устал, голодный, злой. Потрать еще минуты три и на подъезд свой посмотри. Беречь подъезд, давайте свой, окурки уносить с собой. Не сыпать мусор тут и там и не мочиться по углам. А если твой собачий друг от радости нагадил вдруг, не поленись за ним убрать, зачем же все должны страдать? Катюха. Твою мать! Катюха, а что ты тут делаешь? Кукую здесь полдня уже, между прочим. А что, не зашла? А мне здесь больше нравится. Давай, вещь таскай. Интересно, а что ты не открывал? Плеер слушал. Хороший у тебя плеер. Я под музыку живу. Понятно. О, это что за хрень? Люстра Чижевского. Я тоже под нее живу. Кстати, микробов убивает, так что бойся. Тише, тише, тише. Кажется, здесь давно родители с дачи не появлялись. Так, месяца полтора. Они там на даче, у них малина сейчас. Слушай, а ты надолго ко мне? Навечно. Чтоб тебе жизнь малины не казалась, выметайся быстро из моей комнаты и не смей больше на засов запирать дверь и баб сюда не води, ты понял? А то все маме расскажу. Thank you.
Катя, стой! Ну не делай глупости. Да подожди ты, я не понимаю, что происходит. Но ты же знаешь, мы с женой живем в разных комнатах. Ты понимаешь? Ты же знаешь, что я тебя люблю. Я всегда с тобой рядом, ведь верно, Катя? Кать, ну подожди ты. Не делай того, о чем потом пожалеешь. Привет, Катюш. Ну как ты? Страдаешь? Катюнь, ну я все рассказала. Спасибо тебе, ты настоящий друг. Очень плохо. Катюш, что делать ты собираешься, а? Не знаю, повешусь или Катюша. Отравлюсь. Катюш, ну ты должна понять, что ни одна особь мужского пола не стоит наших страданий, а твой полигамный жеребец тем более, Катюш. Да какой жеребец? Он мужик настоящий. Это ж каким потенциалом нужно обладать, чтобы спать одновременно с четырьмя бабами от 18 до 40 и при этом каждую из них содержать? И до нас, простых смертных, снизошли. Ну, да. Ты зря его отшила. Мой тебе совет, Кать. Одумайся, возвращайся к нему. Не то одна останешься. Он тебя содержал? Содержал. Квартиру снимал? Снимал. Ну? Ну, ты же взрослая девочка. Зачем себя обманывать? Нужно трезво и реально оценивать свои шансы. Посмотри на себя. Внешность заурядная. Фигура, промолчим, и через месяц тридцатник. У нее хорошая внешность. Прекрасная. Да, Катя. Да. Да. И она, если захочет, сама женит на себе олигарха. Я? Да. Значит так, если Катя выйдет замуж за олигарха, да что там за олигарха, просто за приличного мужика, то я... Ну что ты... то я пройду голой по нашему офису. Интересно, а сейчас ты как ходишь? Селиванова. Ладно. Идет. Девочки, разбейте. Прежде всего, тебе нельзя оставаться одной. Ты должна переехать кому-нибудь. Куда? В твою однокомнатную квартиру? К пьющему мужу и поющему под гитару сыну. Катюш, тебе навсегда захочется остаться старой девой. Дронова, только не надо так завидовать. А я вот завидую Римке, правда. Я бы с удовольствием родила бы 5 малышей и пекла бы для них пирожки. Девочка, успокойтесь, я вчера переехала к брату. Переехала к брату. Домой вернулась, так и говори. Молодец. Назад дороги нет. Теперь ты должна начать новую жизнь, а мы научим тебя, как это сделать. Да я не смогу. Значит так, поклянись, что сама найдешь себе привлекательного, богатого козла. Извините. Я прошу прощения. И женишь его на себе. И сделаешь это, повинуясь логике и разуму. И чтобы он был не старше 50 лет. Но я не смогу, говорю. Желаю удачи. Даже интересно будет посмотреть, как такую глобальную задачу сможет воплотить в жизнь... мягко говоря, невзрачная девушка за 30, без выдающихся способностей и, самое главное, совершенно лишенная силы воли. Приятного аппетита. Клянусь! Могу устроить свою личную жизнь, если дома у меня такой бардак. Ну что ты делаешь? И ты сколько раз просил не тушить сигареты в раковине? Господи, боже мой, что было, посуду, что ли, трудно помыть? Так я ее замочил. Замочил? Я сейчас тебя замочу. Еще одно слово. Ромчик, пока. Пока. Короче, если так будет продолжаться, я призову на помощь маму. Слышь, а ты вообще замужем была? Что? Ты вообще как смеешь? Нет. Почему сразу нет?
каком-то смысле было. А в смысле регистрации в ЗАГСе? Вообще не твое собачье дело. Что ты делаешь? Ромка! Убью! Отдай сумку! Я вообще все маме расскажу! Ты не смей рыться в моих вещах! Теперь и мне есть что рассказать маме. Возьмите, гражданка, свои документы. Алло. Мам, привет. Вот я случайно заехала. Нет, Ромка спит, он очень устает, он занят, много работает. Я не хочу его будить, правда, он устает очень. Мам, вот он проснулся, сейчас идет, сейчас. Алло, мам. Да, привет. Да, все нормально. Да, Катька обо мне очень сильно заботится. Да, чуть ли не каждый день мне еду приезжает готовить. Да, я не знаю, что бы без нее делал, да. Ну все, давай. Папе привет. Давай. Какие у нас все-таки замечательные дети. Что, опять да? Так, только пиво. Тебе тоже привет. Да. Нужен телефон, но я сейчас найду, Даш. Все. Рим, ну ты хоть не молчи. Ой. Ну, а что тут говорить? Неделя позади. А тебя, Катя, ну никакого проку. Сами обещали помочь, а вы только ругаетесь и ругаетесь. Катюша права. Кого она может найти в нашем отделе? У нас же только мы. Господи, боже мой. Вот в смысле женщины. Мне после Олега Петровича уже никого не хочется. В общем, все понятно. Ты о чем думаешь-то? Да? А? Хорошо. Девчонки, она все дело завалит. Ну, послушай, не Катя, знаю. Внешность в твоей задаче как раз стоит на последнем месте. Чем страшнее богатый мужик, тем проще с ним справиться. Но только мне с ним спать придется. А вот и нет. Держи. Чтобы мужика на себе женить, не спать с ним как раз нужно, а обещать, дразнить. Ты это откуда знаешь, а? Теоретически. Ой. Дюба, не путай ее, а? У нее и так мозги навекрень. 287. Нет, так ее нельзя в люди отпускать. Надо составить список мероприятий. Ну-ка, пойдем. Какой список? Пойдем, пойдем. Вы правда хотите, чтобы я все это сделала? Да, если ты не хочешь всю жизнь жить с мамой и Ромкой. Ну тогда скажите мне четко, что я должна сделать, чтобы я была леди белая кость, голубая кровь. Ну что делает женщина женщиной? Что? Походка. Ну да, все смотрели служебный роман. Походка лишь приоткрывает завесу тайны. А еще что, Катюш? Загадка. А какая вам не загадка? Неприступная иногда. А у тебя походка? Это бег табуна на водопой. А загадка, женщина ты или нет? Загадка, женщина или нет? Ну-ка. Ну ладно, значит, хватит. Значит так, хорошо. Пиши. После обеда отрабатываешь походку. Ага. Завтра. Написала. Приходишь в юбке. Юбка. На каблуках. Каблуки. С макияжем. Макияж. С маленькой сумочкой. С маленькой. Ну, мне ничего туда не уместится, маленькую сумочку, ну правда. А вот интересно, что ты таскаешь в этой авоське? Поверь мне, очень нужные и важные вещи. Ну-ка дай. Ну дай. Не надо, ну дай. Ну, Кать, ну, Кать, ну перестань. Ну, Кать, ну что ты делаешь? Что ты? Ну вот смотри, старый просто. Нет там журнал, ничего. Какие-то крошки, какие-то спички. В этом чемодане даже нет косметики. Нет косметики. А зачем тебе вот такой вот ежедневник, если у тебя никаких дел нет? Слушайте, без адвоката больше с вами не буду разговаривать. Еще мне не хватало, чтобы вы в моем белье ковырялись. А ты что, в этом чемодане еще и белье носишь? Простите, а чем вы здесь занимаетесь?
А что вы здесь делаете? Вы кто? Ну, видите ли, меня зовут Илья. Мне кажется, я немного заблудился и вышел куда-то не туда. И давно вы наблюдаете за муками моего творчества? Нет, я только что подошел. Думала, выйду на крышу, здесь никого нет. Знаете что, вы разворачиваете свою корму и отсюда. Простите, пожалуйста. Извините, извините, мне действительно очень, очень любопытно, чем вы все-таки тут занимались? Не скажу. Почему? Я женщина-загадка. А-а-а. Вы здесь работаете? Угу. Танцую. А если серьезно? Я работаю в премьер-медиа. А вы? Ну, я тоже имею некое отношение к этому зданию. Я работаю в Inside Plus. А, я даже такого не знаю. Здесь такое есть? Да. Неделю назад принял одну вакантную должность и, признаюсь, не всех здесь еще знаю. А главное, не знаю, как вас зовут. Катя. Вероятно, Екатерина Великая. Обычная. Так вы тоже рекламщик? Ну, можно и так сказать. А я вижу, вас-то не очень радует. Просто мне некогда. Мне нужно срочно отрепетировать походку. Мне нужно быстро выйти замуж за олигарха или еще там за кого-то в таком смысле. А я тут... Вы рекламщик, а я с вами тут время трачу. Ах, вот так. Понятно. Вот вам и женщина-загадка. Женщина-загадка взяла все и выпалила. Я должна быть женщиной-загадкой. Я должна быть... Знаете что, у меня к вам предложение. Вы что? Вы что, издеваетесь? Нет, нет, нет. Извините, я правда, я не издеваюсь. Я, знаете, я предлагаю вам взаимообмен. Я очень хочу есть. Если вы мне покажете, как пройти в столовку, обещаю вам, что накормлю вас обедом и расскажу все, что знаю об олигархах. Согласны? Во-первых, у нас не столовка, а кафе-авеню. Понятно. Да что ты меня выкаешь? Пойдем. А почему ты решила, что мужчины хотят видеть рядом с собой недоступную женщину-загадку? Ты думаешь, у нас других проблем мало? Ну, у вас-то у простых смертных, может, их и много. А вот у них, у олигархов, у них эти женщины уже аллергии вызывают. Они уже набили оскомину. Можно вот это? Да. Спасибо. Скажи, а ты сама многим олигархам уже оскомину набила? Я сейчас кому-то морду набью. Прости, я не хотел тебя обидеть. Мне просто всегда было интересно, почему девушки мечтают выйти замуж за олигархов. Большинство из них бандиты и мошенники. А о ком мечтать? Ну, я не знаю. Хотя почему? Можно прекрасно выйти замуж за иностранного бизнесмена. Да, они с удовольствием берут замуж девушек-славянок. Это у них даже модно в последнее время. А уровень их жизни, по сравнению с нашим, просто королевский. Ты ведь к этому стремишься? Вот видишь. Приятного аппетита. Спасибо. А ведь это гениальная идея. Как мы не додумались до этого раньше? Катюш, тебе этого рекламщика сам Бог послал. Так что устами младенца глаголит истина. Но он не младенец, ему уже прилично за 30. А что за рекламщик? Как выглядит? Ну, такой в очках, в желтенькой рубашечке такой, пиджачок в клеточку. А, в галстук в ярком. Ну, такой прикольный. Как зовут? Илья. А я знаю его. Это Илья Полянский из Inside Plus.
Так ничего особенного. Обыкновенный клерк. К тому же из Одессы. Слушай, Кать, это же как раз то, что тебе нужно. Лимита. В твоем положении ничто так не украшает девушку, как прописка. Этот точно женится. Катюш, послушай, Полянский – это не наш формат. Зачем тратить время на какую-то ерунду? Я ничего не трачу. Я с ним познакомилась случайно, пообедала и все. Если бы я с ним кокетничала, стала бы он предлагать мне выйти замуж за иностранца? Он-то тут при чем? Там за границей у всех квартиры, машины, зарплаты 2000 евро. Ого! Девочки, я родину люблю. Ну и люби себе. Это вполне по-славянски – любить родину из-за границы. Ну все, девочки, пока. Ой, милая моя, ты ходишь... Тихо, тихо. Ты ходишь в столовую чаще, чем поднимаешь трубку телефона на рабочем столе. Я? Тихо. Слово «фитнес». Тебе о чем-нибудь говоришь, Катюш? Ты? Я что, теперь должна по 3 часа в день железки стягать? Нет, ну зачем по 3 часа? Сделаем иначе. Понедельник – плечевой пояс. Вторник – пресс. Да. Среда – бедра. В пятницу – похороны. Девочки, понимаете, фитнес-клуб – это не по моему карману. Вот и все. Отлично. Тогда будешь соблюдать режим. Да. Какой? Подъем в 6 утра. Пробежка. А обливаться ледяной водой? О. Ах, ледяной. Далеко не убежит. Молодежь пошла. Одни наркоманы. Какой ужас! С утра уже еле ползает. Ты что, спишь? Нет, я умерла. Ага, ну-ну. А я вот тут икорки красной принес. Угостили. Ну, пойду я съем. Сам. На твоих поминках. Ну и как, борщик? Живые мертвецы возвращаются. Уже. Дурак был это твой, который не муж. Я бы на такой, как ты, женился за один только борщ. Ты пирожки нашел? Ну вот и жуй, сиди. Сейчас чай будет. И корки намажем. Не надо, мне нельзя есть. Блин, Дронов говорит. Что это, во-первых, полезно для здоровья. Я стану стройной и красивой, как фотомодель. Фотомодель? Ты что маме скажешь? В смысле? У них там черешня. Потом будут кабачки. Чует мое сердце. После кабачков родаки и нагрянут. После кабачков яблоки нагрянут. Привет. Привет. Доброе утро. Доброе утро. Привет. Здорово. Привет. Привет, привет. 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 Ну чё? Что? Ела? Когда? Вчера. Вчера ела? Не ела. А? Вчера не ела. Ни крошки? Вчера ни крошки. А сегодня? А
Премьер медиа слушает? А, сейчас. Угу. Возьми, пожалуйста, трубку. Кать, возьми трубку. Ой, а еще вчера я считала тебя своей подругой. Девчонки, не ссорьтесь, я нашла отличный сайт знакомств, отстань, где можно разместить брачное объявление. А вот изучив вопрос, я поняла, что выйти замуж за иностранца вполне реальное дело. Катюха, они хотят жениться именно на таких, как ты. Почему это? Ну как, во-первых, наши женщины хозяйственные и неприхотливые. Во-вторых, они не видят проблемы в том, за что любая уважающая себя иностранка давно подала бы на мужа в суд. Так значит, любая может найти себе жениха? И 99% успеха – удачное фото. Фото. Катюха, тащи фото. А, фото есть сейчас. Вот это прикрепить. Вот так вот. Сейчас, сейчас, сейчас. О, как все запущено. Ну чего вы придумали? Во. Так, возьми мои туфли. На каблуках будет лучше. В нашем случае туфли не помогут. Эта часть выставки не готова к экспозиции. Ниже пояса мы ее презентовать еще не можем. В этой части мы будем срочно худеть. Прости, подруга, что об этом говорю тебе я, но по международным стандартам ты пока у нас не очень. Грудью будем брать. Да-да, грудью, грудью. А зонт зачем? Так. Так будет эффектней. Так, хорошо. Уши заправь. Уши. Ой. Давай, давай, давай. Господи. О. Так, улыбайся. Ухо, ухо. Во. Повернись бочком, бочком. Бочком. Всё. Вот так, вот. Вот так, замри. Вот, молодец. Хорошо. Хорошо. Так. Ага. Ага. Угу. Вот, вот, вот. Так. Ну, уродство какое-то. Так, имя, фамилию мы знаем. Так, вредные привычки. Привычки. Катюха, придется бросить пить. Бокал красного вина. Для здоровья, крепкого сна. Ну что, плохо, что ли? Каждый вечер? Ну, перестань. Так, нет вредных привычек, приотачиваем фотографию, все, нет, готово. Нет, девчонки, подожди. Все, все, все. Все, 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 все. Девчонки, ну что вы сделали? Ничего себе. Привет. Привет. Я смотрю, тебя всю неделю не кормили. Опа. Только один день. Сейчас. Позволишь? Да. Что? Кто поговорит? Извините, мне худеть не надо, я замуж за олигарха не собираюсь. Мог бы сочувствовать. Сочувствую. Просто мои коллеги-подружки взялись за меня, и они хотят, чтобы я сильно похудела. Зачем? Мне вообще кажется, что ты в прекрасной форме. Я бы даже сказал, что такая некая, ну, прости меня, пышнотелость очень даже в наше время актуальна. Ой, спасибо, спасибо. Пожалуйста. Так что они хотят предпринять для твоего похудания? Они? Да. Это я должна 3 раза в неделю не есть? Так. Бегать по утрам, еще обливаться ледяной водой. Прекрасно. Я обливание очень даже уважаю, по утрам бодрит. Я вообще не почувствовала никакого прилива сил, только хочется жрать и спать. Понятно. Тогда слушай меня внимательно. Надо сделать так, чтобы твой организм просто привык. Понимаешь? Прежде всего, обливаться будешь не ледяной водой, а такой чуть-чуть теплый. Ну, прохладный. Да. Во-вторых, я думаю, надо отказаться от бега. А серьезно. Как? Ты будешь ходить. Каждое утро ходить. Как? В уши плеер, как спортсмены. Видела по телевизору? Угу. Смотри. Раз-два, 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 раз-два. Уверен, это поможет. Ну, спасибо. Ну, хорошо. Скажи мне, как поживают твои матримониальные планы? Чё? Чё-чё? Олигарха-то нашла. Приятного аппетита. Я все поняла. В следующий раз. Девочки, девочки, у нас гость. Девочки, девочки, идите сюда. Этот мусор весь мы убираем. Подожди, подожди, подожди. Ну, я же еще не видел. Может, там есть что-нибудь схватишь? Мы занимаемся конкретным бизнес-проектом. Подожди, сейчас обязательно какую-нибудь ерунду выберешь. Какая ерунда? Почему вы мне не доверяете? Да потому что основной поток иностранцев составляют лавеласы, которые хотят простого сермяжного секса. Да? А я не вижу в этом ничего плохого. Есть 5 вполне приличных кандидатур. Подожди.
Да, вот. Два американца, около 40. Два европейца и один новозеландец. Нет, да я совершенно ничего не знаю про Новую Зеландию. Да ты что, там же снимался «Властелин колец». Ну, а нам как раз такой «Властелин кольца» и нужен. Ну. Если честно, мне они что-то не нравятся. Кать, ну я не знаю. Знаешь, ты так сама тогда разбирайся. Я же не могу для тебя вечно переводить. Занимайся самостоятельно и все себе переводи. Тай, ну... Ну, как я буду переводить, если я английский плохо знаю? Может, тогда стоит записаться на курсы, пока есть время? Чем скорее, тем лучше. Я узнавала, курс начинается только с сентября. Да. И дорого очень. Ну, это проблема, конечно. Хотя я могу с тобой позаниматься, если хочешь. Да? Да, ну, за грамматику не отвечаю, но разговорно потянуть могу. Ты что, знаешь английский? Ну, немного разбираюсь. А ты что, прямо и письма можешь перевести? Да. Даже могу ответ составить. Как? Это вообще здорово. А тебя это не затруднит? Я что-нибудь придумаю. Спасибо. Ну, ладно, давай. Баркова! Я прошу прощения. Пожалуйста. Все. Ладно, пока. Пока. Девчонки, я нашла человека, который со мной позанимается английским. О, боже мой, я прошу, только не говори, что это твой Илья, с которым ты объедаешься в нашей столовке. А что ты против нее умеешь? Хороший парень, хороший человек. Тем более бесплатно согласился со мной позаниматься английским. Правильно, Кать? Илья – это твой реальный шанс. Держись за него, другого такого может и не быть. Тем более, что для него тебе не придется худеть или изучать этикет для того, чтобы не упасть лицом в грязь. Выходи за него. Парень из Херсона – это твой реальный шанс. Во-первых, не из Херсона, а из Одессы. Во-вторых, какое тебе дело? С кем хочу, с тем и общаюсь. Девчонки, ну правда, у меня нет денег на платные курсы по английскому. Вот и я о чем. Деньги можно заработать, а мозги не купишь. Орвар. Ну что, пойдемте. Девочки, а я думаю, что ничего страшного здесь нет. Ну пусть Катя действительно изучает английский. Даже с этим Ильей. Ай, черт с ним. Только я тебя умоляю, не вляпайся в очередную историю, слышишь? Нет. Поверь мне, это не то, что тебе нужно. До понедельника. Счастливая Татьяна. Цветы, спасибо. Да. А я тем более. Проходи. Ну что, готова? Да. К чему? Ну как, грызть гранит науки. Да, да. С твоей помощью, с тортиком, согласна. What are you doing now? Чего? Не развивайся, не развивайся. Проходи, проходи. Нет, я хотел узнать, чем ты занимаешься. А, ничего, все нормально. Сейчас будем английский учить. Просто до конца моего любимого сериала осталось несколько минут. Сейчас досмотрю, ладно? Представляешь? Что случилось? К Дианке вернулся муж, и они расстались с Димкой, бедной. Действительно, бедная Дианка.
Как она без Димки-то теперь, а? Издеваешься? Ну, прости. Катюш, вот попробуй теперь сформулировать свою любовь к сериалам только на английском языке. I love seal. Не совсем точно. Видишь ли, Сахар, видишь ли, когда речь идет не о большом и светлом чувстве любви, то, как правило, используют слово like. Окей. Приятного аппетита. Спасибо. А, сейчас. Смотри. Вот мне нужно перевести. Любопытно. Я не могу дождаться, когда смогу рассказать тебе о своих чувствах, глядя в глаза дома в Новой Зеландии. Единственный вопрос, который меня волнует, можешь ли ты иметь детей? Я очень хочу иметь детей. Не представляю, как я буду жить там с ним. Здорово. В этой Новой Зеландии, его пастбище. Да ладно, привыкнешь как-нибудь. Сначала тебя, конечно, захватит романтика, дом на берегу реки, прогулки на лошадях, поцелуи при луне. Да. Ты, конечно, смеешься, но мне нужно составить ответ. Ну, а помоги. Что? А попробуй так. Ценю близкие доверительные взаимоотношения. А еще лучше, хочу добиться взаимопонимания. Издеваешься? Да нет. Квартира у тебя хорошая. Родительская. А где они, кстати? My mother's and father's house is in the village. Ужасно. Really? И кому пришла идея отправить предков в деревню? Маме. Просто у меня мама сама за всех все решает. А чего тебя так заинтересовала квартира? Да нет, ну... Ну, просто хорошо у тебя. Уютно как-то. А я вот полжизни по общагам скитался. Слушай, а кто тебе разрешил мамин подарочный сервиз достать? Ну, а что, я думал... Ты просто думал, тортик, цветы и все, он готово. Катюш, ты что? Запомни, здесь прописано мама, папа, брат и я. Запомню. Видимо, мне пора, прости. Goodbye, my love, goodbye. Ну, в данном случае, когда речь идет не о большом и светлом чувстве, говорят лайк, а не лав. Способный ученик. Пока. Средство для похудения круче, чем летящая ласточка. Понятно. Спасибо.
Кать, а тебе словарь английского, русско-английский, изучай на здоровье. Этот, может, и ты мне потом там жениха подыщешь. Катюш, Катюш, я тоже не с пустыми руками. Смотри, Лайон Виллер, бизнесмен из Вашингтона, 42 года, подходит по всем параметрам. Я ему уже ответ написала. Ого, да такими темпами мы через месяц на твоей свадьбе гулять будем. Не знаю, как на свадьбе, а на день рождения точно. Некоторые присутствовать не будут. Девчонки, извините, примерили служит. Катюша, это ты? Мама, привет. Поздравляю тебя с днем рождения. Спасибо, мамочка. Будь хорошей девочкой, уважай старших. Заботься о близких. Спасибо. И будет тебе счастье. Я тебя тоже поздравляю. Да. А как здоровье Олега Петровича? Нормально, все хорошо. Он сейчас просто в командировке. Да ты что? Ой, как не кстати. Да, на неделю уехал. Очень жалко, очень. А что он тебе подарил? Ну, подарил подарок там. Хороший? Ну, цепочка там, ну, как колье. А отмечать где будешь? Дом будем одни с Ромкой. Тоже мне. Прости, мам. Он тебя, папа, тоже поздравляет. Правда, он немножко занят. Кабачки в огороде собирает. Спасибо. Мамочка, ты ему привет передавай. Ну все. Все, доченька, я тебя. Ну все, я побегу. Целую. Спасибо. На работу. Вот видишь, какая я дура. Ну? Зачем я ей ляпнул про это колье? Нет, конечно, у меня мама добрый человек, она никогда в жизни ничего не забудет, ничего не перепутает. Теперь мне нужно будет по приезду в деревню на себя надеть этот подарок. Вот. Скажи, пожалуйста, и когда тебе нужно поехать в деревню? Да это любой момент может произойти. Она вон бросит клич, приехать там, картошку полоть или яблоки собирать. И все. Это же целую зарплату мне нужно потратить, потому что мне Олег Петрович говна... Ой. Чего? Ну, в смысле, ерунды бы он мне не подарил. Слушай, может взять и сказать маме всю правду? Что ты скоро станешь полноценной гражданкой Новой Зеландии. Олег Петрович навеки вечные вписать в список пропавших без вести. Ты не знаешь мою маму. Это будет гораздо хуже. Она с усердием просто устраивать мою судьбу. Это будет даже хуже, чем Римка сотоварища. Не весело, не весело. Ладно. Пойду поработаю немного. Ну, ты сегодня вечером придешь. Чтоб ты меня опять за дверь выставила. Нет, пожалуйста. Это будет лучший подарок для меня. Во сколько быть? После работы в 6. Хорошо. Точно придешь? Слушаюсь и повинуюсь. Тарелку давай. Катя, ну зачем ты его пригласила? Ну... Так, и далеко у вас это зашло? Нет, не очень далеко. Мы даже еще по презент-континиум не прошли. Ой, Кать, не ерничай. Ну, слушай, ну, кто же должен нам на день рождения открывать шампанское? Mm-hmm. В общем, он такой веселый, весь такой забавный. Смешки его эти дурацкие, какие-то дразнилки. Mm-hmm. Знаешь, этого так не хватает в этих ваших компьютерных женихах. Так, ох, не нравится мне все это. Тебя, милая моя, в Америке ждут. А ты какого-то Илью приглашаешь. Я сейчас вычеркну кого-то из списка приглашенных. Девчонки, пока именинница отлучил. А у нас на работе какой бардак творится. Куда? Привет. Ну, это тебе. Спасибо. Это тоже. Спасибо. Я поздравляю тебя с днем рождения. Ну, желаю счастья и прочих сопутствующих радостей. Скрывай. Проходи. Проходи, проходи. Да. Все. Здравствуйте. Все, здравствуйте. 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 Вот, познакомься, пожалуйста, это Илья. Очень приятно. Очень приятно. Ромка, давай. Давай. А что в коробочке? А можно, да? Извините. Открывай, открывай. Ну-ка. Ну-ка. О, красота. Это же, наверное, невероятно дорого. Ну, я не смогу принять такой подарок. Почему? Ну, это
слишком просто. Это смахивает на взятку. Да ну что вы, это же пустая безделица. Дешевая бижутерия. Так это не драгоценность? Нет, конечно. Ну так-то спасибо. Да ты мог бы вообще, мог мне ничего не дарить. Ну как, мы же говорили сегодня. О чем? Ну как, про маму, про подарок Олега Петровича. Ты не за... Девчонки, мне теперь есть чем отмазаться перед мамой. Ты гений. Катюш, надень. Невероятно красивая вещь для подделки. Да, хорошо, что у нас научились делать. Интересно, это... импортная. Честно говоря, я в этом совершенно не разбираюсь. Ну ладно, так, давайте, ребята, у нас есть замечательный повод снова выпить за обновку. Ну-ка, мальчики, ухаживаем за девочками, ухаживаем. Вы еще за родителей не пили? Да сплюнь ты! Зачем каркаешь? Себе. Давайте. Ну, да. Сейчас, подожди. Поздравляю. Спасибо. Кто-то звонит в дверь. В дверь кто-то позвонил. Я слышал. Ромка! Мамочка приехала! Поздравляю, дочка. Ну, наконец-то. Так, минуточку. Здравствуй, Рома. О, мам, привет. Как ты тут оказалась? Такой сюрприз. Да. Да. Так. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Покушаешь? Не-не-не, я не голодная. Вот, попить чего-нибудь. Попить сейчас. Минералка, сок, чай. Нет. Водички, сладенькие только. Ну, знакомь меня со своими друзьями. Мам, это все девочки со мной работают. Вот Аня Дрон, Римка, ты знаешь. Это Анечка. Очень приятно. Жалко, что Олега Петровича нет. Кать, он не говорил тебе, когда он приезжает? Нет еще. Он должен вернуться через неделю. А это что за молодой человек? Здравствуйте. Здрасте. Меня зовут Илья. А мне Катя про вас ничего не рассказывала. Видите ли, дело в том, что я работаю вместе с Олегом Петровичем. Работаете вместе с Олегом Петровичем? Что? Угу. В одном отделе. В одном отделе. Он мой непосредственный начальник. Непосредственный? И вы знаете что? Олег Петрович совершил своего рода открытие в области рекламы. Я вам сейчас расскажу. Он понял, что в рекламе самое главное – это не товар. А что же главное? Как вам сказать? Главное – те положительные эмоции, которые мы все с вами мечтаем испытать в жизни. Разве не так? Ну, да. Да. Давайте возьмем, к примеру, шампанское. Ромочка, будь добр, налей, пожалуйста, маме шампанское. Казалось бы, вино как вино. Но в нем есть одна маленькая деталь. Это пузырьки. Пузырьки? Да. Простые маленькие пузырьки. Именно за эти пузырьки мы очень любим это шампанское. Понимаете? Вот и все. Выпьем за любовь! Да. Катюша, я желаю, чтобы в твоем сердце всегда жила настоящая любовь. С днем рождения! А вы видели, какой подарок Олег Петрович преподнес Кате? Нет. Покажи. Красивая. Ты зачем сказал? Да что такого? Ой, я совсем забыла. По-моему, сматываться пора. Вот, Катя, это тебе.
примере. Ну что, что, может, на дискотеку, а? Ну да, да, в клуб кому за 30. Мне уже сегодня бесплатный билет дадут, да? Так, девочки, девочки, какие будут предложения? Да что мне делать? Ты в этом платье чувствую себя идиоткой. Когда ярко какая. А мы не кисни, подруга. Минуточку внимания. Предлагаю поехать в боулинг. Я договорился, есть одна свободная дорога. Куда? Гениально, боулинг – это единственное место, где платье не имеет никакого значения. Ой, я не знаю, девочки. Завтра же на работу, ночь уже. Так, подруга, да ладно. Не дрейфь, я тоже никогда не играл. Но, девчонки, надо же когда-то начинать. Ну что, вперед? Поехали. Поехали, поедем. Ура! Как дела? Эти шары скользкие, как сволочь! А вот я наверняка играла бы лучше, если бы не мои ногти, понимаешь, Катюша? Стой, 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 работать, работать! Спасибо вам огромное, все очень круто, все классно! Супер, спасибо. Лучший Катькин день рождения. Спасибо. Я очень рад. О чем задумалась? Как это красиво. И о том, что, возможно, я скоро этого всего больше не увижу. Ну, перестань. Белые дырочки в черном бархате есть везде. Но они не такие. Слушай, у меня от этих шаров уже рука онемела. Ты же сам устроил праздник жизни. Теперь придумывай, как его закончить. Давай сбежим, а? Сбежим. Серьезно. Никто не заметит. Давай. Гениально. Ну, в таком случае... Куда прикажете перенести бесподобнейшую принцессу? На Луну. Понял. Вот здесь недалеко до ресторана, я покажу. Прошу. Быстрее. Что ты смотришь? Тебе удобно? Удобно, а что? Да. Ну, может, жарко немного? Нет. Глаза устали. Ты знаешь, а в темноте это платье очень даже ничего. Серьезно. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Ты похожа на домохозяйку с рекламы 60-х годов. Чего да ты? Сволочь! Чего дерешься? Какой вообще? Чего ты? Домохозяйка? Чего какая домохозяйка? Я принцесса. Жигулки боишься? Да. Ревнивая? Да. Ревнивая? Гор, че ты... Чего? Что это такое-то? Я тебя обнимаю. Хочу проверить, может, меня током шарахнет? Что, шарахнуло? Пока нет, почему-то. Странно. Должно было уже давно шарахнуть. Да. Знаешь, это платье на ощупь еще приятнее. Я могу дать тебе поносить. Да что ты. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо. Пошли. Прошу. Добрый вечер. Здрасте. Что такое? Можно уходить, потому что здесь стакан воды, наверное, стоит 100 баксов. Юбилей как-никак. Можем пропустить по рюмочке в приличном заведении? По рюмочке? Пошли. Пошли, говорю. Здравствуйте, только по рюмочке.
Добрый вечер. Идемте со мной. Пошли, 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 пошли. Присаживайтесь. Спасибо. Здравствуйте. Девушка, мы будем пить... Пригласить сомелье? Давай коньяк. Да, коньяк. Коньяк. А, можно еще салатик. Желаете цезарь греческий? Не, давай огурчики, помидорчики. Рекомендую фуагра. Я просто не ем того, чего не знаю. Я все понял. Девушка, давайте так. 4 коньяка и 2 салата. И все. Молодой человек, я вас очень хорошо слышу. И часто зажигаешь в таких приличных заведениях? Ну, часто, не часто, иногда приходится. Знаешь, деловые переговоры удобно проводить в ресторанах. Извините, у нас сейчас чисто такое деловое свидание. Ну, перестань, перестань, не придирайся к словам. Ты хорошо врешь. В каком смысле? Ну, там шампанское, пузырики, Олег Петрович, мой начальник. Прекрасно. Ну, по-моему, твоей маме очень понравилось, получилось достоверно. Я старался. Прошу. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. Кать, ну, день рождения-то по-настоящему. Давай за тебя. Все равно. У меня как-то сегодня все по-другому. В каком смысле? Ты какой-то другой. Говоришь какими-то загадками. Катя, ау. Все нормально. Я Полянский. Я сижу рядом с тобой. У тебя сегодня день рождения. Так, я немедленно должен сесть поближе, иначе ты совершенно теряешь ориентацию. А ну-ка, иди сюда. Иди сюда, говорю. Простите. Извините. Я за ней немного послежу. Спокойно. Приятного. Спасибо. 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 Приятного аппетита. Спасибо. Значит, это и есть луна. Ага. Секунду. Встань, пожалуйста. Ну что? Я говорю, встань. Что? Закрой глаза. Не бойся, не подглядывай. Ну что ты делаешь? Пойдем. Как в детском саду. Пойдем. Не бойся. Аккуратно здесь ступенька. Раз, два, три, четыре, пять. Иди сюда. Не бойся. Не бойся. Не бойся. Пойдем, пойдем, пойдем. Молодец. Стой. Стой. Ой. Поднимайся. Ой. Смотри. Я не знал, что ты боишься высоты. Зачем ты меня сюда привел? Сделай же что-нибудь.
Катюш, ну почему у тебя носки, трусы, и все лежит в одном ящике? Мама, это Ромкин ящик, а не мой. Я же тебя учила, что белое белье нужно гладить с двух сторон и хранить все это в отдельных ящиках. Спокойного утра, мамочка. А у тебя все в одну кучу. Ну, прям позор. Как это терпит? Только все. Бедный Олег Петрович. Ой. Учишь тебя, учишь, и все без толку. Только не делай слишком горячую воду. Это вредно для сосудов. Хорошо. Идет, идет. Ой, привет, вы меня ждете? Я не понимаю, как ты могла просто бросить нас там и уехать? Девчонки, ну я выпила немножко и забылась. Да? Ты просто забыла о том, сколько мы делаем для твоего будущего. Ты плюнула на все и слиняла с первым встречным. Мы целовались, но... Нет, ну это вот все, это конец. Зачем ты нам только мозги пудрила? Девчонки, если бы знаешь, что он для меня устроил, он меня в ресторан это пригласил. Да? Дура ты, дура. Здрасте. Ведь он ради квартиры. А может, ты просто хочешь стремяжного секса? А что здесь такого? Извините. Кто не хочет? 6 лет. 6 лет ни одного мужчины, кроме Гарема Петровича, не видела. И будет неплохо, если перед встречей с иностранцем она наберется опыта. Да, а пока она набралась, завралась и слиняла. Да ну! Жми! Смотри. Ну что, девчонки, кушать пойдем? Ну, вот то, что ты просила. Угу. Слышь, Кать, а что у тебя с Полянским там? Все серьезно? Ничего, просто погуляли. Даже не созванивались. Да, я уже думала, что дело до ЗАГСа дошло. Права. Интересно, в чем это? Во всем, во всем. Мне не нужно было действительно гулять с этим Полянским. Мне не нужно было с ним целоваться. Знаешь, он даже ни разу за неделю не позвонил. Да потому что ты наивная дурочка. Мы с тобой второй месяц возимся, а ты как школьница побежала за первым встречным, который тебя поцеловал. Я действительно от него была готова на все. Ну ладно, ты че? Ну будет тебе. Ну хватит, слушай, что я не понимаю, что я сама такая была. Прости меня. Ну-ка. Добрый день. Девочки, вот это и называется судьба. Катюха, вот ответ на твои молитвы. Да? Где? Ну-ка. Ты помнишь мой подарок тебе на юбилей? Ну, Лайн Виллер, бизнесмен из Вашингтона. Так вот, он приезжает, чтобы познакомиться с тобой поближе, Катюха! Девочки, смотрите, какого она стала цвета! Причем в основном преобладает зеленый цвет доллара. Переводи. Перевожу. Дорогая Екатерина, рад сообщить, что не могу. Что мне подвернулась возможность повидать тебя лично. Я еду по делам фирмы. Так что смогу, вероятно, увидеться с тобой. Ты согласна? Напиши, как тебя найти, и рада ли ты моему приезду. Кто знает, возможно, обратно мы поедем уже вместе. Катюха! Я поеду. Ты что, не рада? Куда? Нет, я рада, девчонки, рада. Напишите, напишите ему ответ. А что? Напишите, что я рада увидеть. Прямо жду его. Напишите адрес, ему телефон обязательно. Девочки, делайте, что хотите. Угу. Пиши. А, сейчас получу. Хорошо. Все, Катюша. Катюша, что? Мы будем быстренько готовиться. К чему готовиться? Я так готовлюсь. Я бегаю каждое утро, обливаюсь холодной водой. Вместо обедов у меня какие-то перекус. И вообще, я крашу, хожу в юбке, все делаю. Что мне еще-то сделать? Ну, наверняка тебе придется раздеваться. И что ты продемонстрируешь? Ни эпиляции, ни загара, ничего.
Американцы – народ привередливый. Им подавай совершенство – чувственную, тонкую, женскую душу в красиво упакованном, модном теле. На меньшее они не согласны. Мы еще подготовимся. Да. У нас есть время? Угу. А вот и нет. Читаю. У меня билет на 30 июля. Искренне твой, Лайон. А сегодня какое? Какое сегодня? 27-е. Вот так. Так. 3 дня осталось. Катя! А что быстро делать? Быстро берешь отгулы? Отгулы, Катя, Катя! Я тебя прикрою. Дома? А что мне делать? Качай пресс, делай маски, огуречные. Эпиляция, дистилляция, маникюр, педикюр. Для тела, увлажняющий. Да, давай. Не могу себе этого позволить. Извините, что я это говорю. Я переехала недавно. Я... Да, да что ты молчишь? Девчонки! Да что? Спокойно. Блин. Все правильно, Катюша. Так. Девчонки, мне неудобно же. Вот. На ней... Давай, давай. Все. Девчонки, вы такие золотые. Катюша. А вы Катя? Да, я ищу Катю Варкову. А ее нет? А, понятно. Простите, пожалуйста, а можно вас на пару слов? Ну, пожалуйста. Вы знаете, я уже очень давно хотела вам кое-что сказать. Да. Вы поймите меня правильно, дело в том, что мы знакомы уже давно. Угу. Ну, в смысле с Катей. Прощения. Извините. Эй, ты куда? У меня очень много работы, простите. Тебе не кажется, что это не очень красиво? Вы, вероятно, сейчас говорите о своем загаре? Ты меня стащил на луну, поцеловал меня, потом исчез на 10 дней, потом говоришь, что тебе нужно на работу? Не вижу в этом никакого криминала. Не, ну то объясни в конце концов, что происходит. А вы действительно хотите знать? Хочу. Простите. Дело в том, что я похищаю девушку с ее дня рождения. Девушку, которая мне очень понравилась. Приглашаю ее в ресторан. Целую. На следующий день срочно уезжаю на неделю в командировку. А когда возвращаюсь, оказывается, она собирается уехать в Америку со своим потенциальным женихом. Понимаю. Я понимаю, нашла принципа лучше. Не собираюсь ни в какую Америку, поверь. Лайну своему об этом расскажи. Видимо, для него ты ходишь в солярий. Понимаю. Американцы любят гриль. Извините. My name is Lion. I'm looking for Katerina Barkova.
Это к тебе. Американец твой. Кофе пьет у нас на кухне. Как американец? Как я забыла-то? Какой кофе? Стой! Не пей! Стой! Не пей! No, 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 no drink, no. I'm sorry. You all right? Вы в порядке? Hi. Hi, Katrin. Здравствуйте, Катрин. Я так счастлив видеть вас. Я надеялся, что вы красивая, но вижу, что передо мной королева. Thank you very much. Спасибо большое. I want, мне нужна book. Книга. Oh, yeah. Okay. Ромка! Ром! It's my brother, Roma. Это мой брат Рома. Лайон. Очень приятно познакомиться. Вы хорошо говорите по-английски. Спасибо. Как полет? Очень прекрасно. О, shit. I'm sorry. Could I use your toilet? Туалет просится. Туалет, Ромик, проводи его, пожалуйста, пожалуйста. Лиса, туда. Да, okay. It's okay. Thank you. Туалет, пожалуйста, следуйте за мной. Here it is. Ты что, не видишь, что это не кофе? А что, я банку в шкафчике нашел. Ты мне Римка подарил на день рождения, как суперслабительное средство, как бронебойного действия. Чего ты ржешь? Это даже круче, чем летящая ласточка. Тише! Ну, ты кофе, ты же не видишь, что это... Окей. Sit down, please. Thank you. I guess I've eaten something bad in the plane, you know. Sometimes it's a problem. Он говорит, что он что-то не то в самолете съел. Maybe a cup of tea? Может быть, чашечку чая? Она сделает для вас свой супер чай, он очень вкусный. Сахар? Нет, простите. Хватит ржать, ну что ты? Ну что? Индивидуальная непереносимость местной воды. Сейчас кто-то получит индивидуальную непереносимость собственной сестры. It's okay. Скажи ему, чтобы он выпил этот крепкий чай. You must drink it. It's a strong tea. Okay. Хорошо. А вы уверены, что я могу это пить? Пить, пить. Okay. Thank you. Хорошо, спасибо. Maybe see you tomorrow, maybe. Что? Он спрашивает, когда он с тобой завтра сможет увидеться. Завтра не... Sorry. Скажи ему, okay, что... Sorry, just a moment, it's okay. Не... Sorry, sorry, I'm sorry. It's okay. Вы в порядке? Thank you. Выпейте. Thank you. Спасибо. I feel so uncomfortable. Мне так неудобно от того, что я создаю столько проблем. Thank you. Спасибо. Sorry. I don't understand. Я Thank вас you. Не понимаю. You are so kind to take care так мило с вашей стороны заботиться обо мне. Would you mind if I stay? Может быть... Я останусь здесь с тобой. I see. You feel better? Я вижу, вам уже лучше. Hi. Здрасте. I'm sorry. Простите. Меня зовут Лайон. Я ищу Катерину Баркову. Баркова? Там. Thank you. Катя, к тебе пришли! I'm so happy to see you. Я так счастлив видеть тебя. May I kiss you? Могу я тебя поцеловать?
Bye-bye, ladies. Let's get a taxi. Возьмем такси? Нет, какое такси? Пешком? Right. Okay. Let's walk. I'm sorry. Извините. Спасибо. Прекрасно. Do you like sushi? Тебе нравится суши? I don't know. Я не знаю. We can eat могли бы at поесть home. Дома. You? I cook in Я очень well. Хорошо готовлю. This is for you. Это Thank тебе. You. Спасибо. It is Это же very стоит much так много. Money? Денег? Money, money, денег, money. Денег. Это слишком no. дорого. Нет, ты недооцениваешь себя. Такая девушка, как ты, заслуживает самого лучшего. Лучшего? А, лучшего. Я тебе нравлюсь? Ты? Ты красивый мужчина, но я совсем не знаю тебя. I'm free, I'm in love, я свободен, я влюблен. I have a big, empty house. У меня есть большой пустой дом в Вашингтоне. Достаточно? We just met. Мы только встретились. Too fast. Все слишком быстро. Why do you look your love here? Почему ты ищешь свою любовь здесь? Because I always... Потому что я всегда хотел понять загадочную славянскую душу. А серьезно? Серьезно? Потому что ты мне нравишься. У тебя очень красивые глаза. Такие чистые. Печальные и глубокие. Eyes of my mother. Глаза моей матери. Your mother? Твоя матери? Катерина. Катерина. I want you. Я хочу, чтобы ты to come with me to Washington. Поехала со мной в Вашингтон. This is for you. Это тебе. Yes. Да. Yes? Да. Yes. Что? Fine. Okay, we're good. Oh. Нам нужно сделать визу для тебя. Визу? Так быстро? Да нет, совсем не быстро. Ты летишь со мной в Америку. Ты увидишь Америку, мой большой пустой дом. Твой дом? Но у меня нет паспорта. Твой паспорт – это моя проблема. Понимаешь? Ой, Катюха, тебя прям не узнать. Вот повезло. Спасибо. Наливай. Неужели ты улетаешь? Рим, наливай. Может, в последний раз вместе сидим. Так.
Ну-ка. На счастье. Ну-ка, так. Спасибо. Вот. Ну и молодец, Катюха. Спасибо. Подумай, какая жизнь тебя ждет. Девочки, неужели это кольцо? А я этот бриллиант сразу заметила. Вот это да. Не то, что некоторые дарят дурацкие колье. Вот так. За удачу. Да. Кстати, вы давно не видели Полянского? Кого? Полянского? Полянского. Выкинь его из головы. Спасибо. Ты уже почти замужняя женщина. А все-таки? Ну что вы замолчали-то? Ну, это уже не важно. Ну почему не важно, девочки? Может, он меня простил? Простил? За что простил? Девчонки, я не могу так уехать, мне нужно с ним поговорить. Ну, я бы все продала, все, что у меня есть, продала бы. Даже отдала бы этому Лайну потраченные деньги. Да что у тебя есть? Его бриллиантовое кольцо? Взаймы бы взяла. Девчонки, мне бы только ему слово сказать. Не нужно тебе с ним говорить. Почему? Потому что он встречается с Селивановой. Аня. А что Аня? Только Лайн приехал, так она его и утешила. В каком смысле утешила? В прямом, эротико-сексуально. Это как-то? Вот так. Она с ним спит. Почему ты все время у Ромки болтаешься? Я... Мы тут с папой яблоки собрали. Хотим завести. Олег Петрович будет? Нет, нет, мама, Олег Петрович не будет. Почему? Ну, потому что он... Вернее, потому что я... Ну, что ты там лепечешь? Говори. Что? Что с ним? Вы что, с ним расстались? Да. Причем давно. Ну так. А теперь что будет? Развод? А все потому, что у вас не было детей. Я же тебе сколько раз говорила, что рожать надо было. Рожать! А теперь вот... Теперь да, всю жизнь останешься одинокой. Коля, кто звонит? Моя мама. С кем ты там разговариваешь? Да еще по-английски. Я сделаю для тебя кофе. С моим американским женихом. С кем? Алло. Алло, Кать, ты чего молчишь? Что у тебя там происходит? Алло. Катя, я сейчас все брошу и приеду к тебе. Алло. Мам. Приезжай. Я познакомлю тебя с своим будущим мужем. Ой. Мы завтра с папой приедем к обеду. Что? Must be your parents. Привет. Здравствуй, дочка. С прошедшим днем рождения. Дотя, давай. Hi. Привет. Hi. Здравствуйте. I'm Lion. Я Лайон. You must be the parents of my... Вы родители моей невесты. Am I right? Я прав? Very nice to meet you. Очень рад с вами познакомиться. Лайон. 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 Nice to meet you. Что он сказал? Он говорит, что рад познакомиться с родителями его невесты. С кем? Ну, с вами. Вы же мои родители. Мы?
Ну? И где он будет работать? Он же работает в Вашингтоне. Ну и что дальше? Мам, все. Ты хочешь сказать, что вы будете жить в Америке? Yes, in America. Да, в Америке. У меня большой дом в Вашингтоне. Мы вылетаем завтра. Yes. Что он сказал? Он сказал, что мы завтра улетаем. Завтра? То есть, если бы я случайно тебе не позвонила и не приехала сюда, я бы ничего не знала. Что-то не так? Никуда ты не полетишь. Я запрещаю. Это какой-то идиотизм. Интересно, вот куда Рома смотрел? Ну, она сама никогда не додумалась бы выкинуть такое. Excuse me. Извините меня. Вот. Куда он пошел? Мам, ну... Где ты только откопала этого лайму? Лайна. So, итак. It's our tickets. Это наши билеты. Yeah. And passports. Паспорта. We're flying... Tomorrow. Yes. At 7 o'clock. Мы летим завтра в 7 часов через Париж в Вашингтон. Простите, но невозможно ничего изменить. Что он говорит? Я ничего не понимаю. Он говорит, что это паспорта, это билеты в Америку, очень дорогие. А вот это вот обручальное кольцо с бриллиантом. So. So. Катерина моя невеста, you know, and я просить вас ее рука. Рука. And мы сделать сейчас для вас baby, you know? О, Боже мой! Ой. О, Господи! Катя, ну что ты делаешь? Это ж папа. Тихо, 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 тихо. Enough, enough, easy. Хватит, достаточно. Ну. Главное, следи, чтобы она высыпалась. А то она может телевизор смотреть, но... Пап, ну что ты такое говоришь? Помолчи. Благословляю. Звони чаще. Ну все, пока. Мам, я позвоню. Катерина. Доченька, ну, дочь. Ну все. Hurry. В общем, пиши. Все в порядке. Thank you. Ваш рейс до Вашингтона с пересадкой в Париже. А после регистрации пройдите, пожалуйста, на досмотр. Какой досмотр? Таможенный досмотр. Thank you. Первый раз за границей? Да. Bye. Счастливого пути. Спасибо. Здравствуйте. Девушка, это ваша сумочка? Да. Вы задекларировали все ценные вещи? What? У меня только кольцо, все. Положите, пожалуйста, сумочку. What's the problem? В чем дело? Откройте ее. Mm-hmm. Откройте боковой карманчик. Это ваше? Да. Возьмите сумку, пройдемте со мной. Нет, бижутерия. Пройдемте со мной. Что происходит? Куда вы ее забираете? Вы прошли регистрацию, идите на посадку. Идемте со мной. Простите, но она моя невеста. Идите на посадку, молодой человек. Вот билеты. Я заплатил за билеты. Позвольте. Ваше колье подлинное. Я не знаю, где бы так подделывали рубины. И уж точно, не бижутерия. Оно стоит не меньше 15 тысяч. 15 тысяч рублей? Долларов. УЕ. Все, будем оформлять нет. Задержание. Показали бы, где такие мужики водятся, чтобы дарили рубины и молчали. Вы понимаете, что вы нарушили закон? Что? Мы можем вас вообще не выпустить из страны. Правда? Спасибо вам. Свободны?
я глубокая река, твои желания бегущая строка. Я так боюсь пройти дорогою не той, где не смогу найти тебя и быть с тобой. Не торопи любовь, она должна созреть. Вот это и есть. Проходи. А где Полянский? А вы по какому вопросу? По личному. Илья Александрович занят. У него совещание. Он не принимает. Вы лучше позвоните или запишитесь предварительно. А если кого? Стойте, вы куда? За моей работы вы просто можете написать заявление об уходе. Вот и все. Илья Александрович, я и говорила, что у вас совещание. Она лезет и лезет. Мне нужно с тобой поговорить. Отстаньте. Мамка. Мне нужно с вами поговорить. Коллеги, прервемся минут на 15, хорошо? Да. Спасибо. Прошу вас. Значит, Илья Александрович? Просто ты никогда не говорил, что ты Илья Александрович. Вы знаете, теперь я понимаю, почему вы с Селивановой, вы очень подходите друг к другу. Прекрасная пара, вы так же убедительно врете, как и она. К сожалению, я не понимаю, о чем вы говорите. Не понимаете? Нет. А я поясню. Вы знаете, из-за вас меня сейчас не выпустили из страны. Какая неприятность. Вы знаете, из-за вас я сейчас не улетела в Америку. Какая жалость. Да, и упустила своего потенциального мужа. Поверьте, я вам искренне сочувствую, да, но не понимаю, при чем здесь я. Совершенно не понимаю, нет. А вот эта вещь, вам о чем-то говорит? Нет, я впервые вижу. Извините, а вы на нее посмотрите. Нет. А я вам сейчас напомню. Вы подарили мне это на 30-летие. Что вы говорите? Да. Сказали, что это бижутерия. Я-то поверила, а таможенники нет. Какие хорошие таможенники. Хорошие. Настоящие профессионалы. Да, да. Сразу видели, что это рубин, говорят, драгоценности. Чуть меня не арестовали. Я все не помню вашего отчества. Сергеевна, будьте. Конечно, Сергеевна. Так вот, Екатерина Сергеевна. Должен вам сказать, что вы только что опорочили мое честное имя. Да. Это навет и наговор. Я вам дарил пустую безделушку. Безделушку? Дешевую бижутерию. Бижутерию? А это, вероятно, вы специально обменяли. Или просто мне в магазине это подбросили. Подбросили. Может, и кабинет тоже подбросили? Скажи мне, если бы ты знала, что это настоящие рубины, ты бы приняла от меня этот подарок? Кать, скажи мне честно. Вот, видишь, ты сама не знаешь, что ты хочешь.
Лану, я тебя не прощу ее. Нет, я не ревную. Ты мог бы за две недели хоть раз мне позвонить? Мог бы. Должна успеть.